Всем привет, народ, с вами Алекс Фреш и Механик. Всем привет, дорогие друзья. Мы продолжаем играть в Forza Horizon 4, у нас сегодня, как всегда, топ-жир, битва стиля и так далее. Топ-жир, битва стиля, ребят, у нас сегодня, и правила, какие у нас правила сегодня? Седан, бандитский? Бандитский седан до 700? До 700 даже, ничего себе. Ну. За сколько, за 150 или? Нет, за соточку давай, куда за 150-то, куда-то гнуть-то, соточку давай. Соточку? Соточку. Пытаться ужаться надо, конечно же. Куда так ужиматься-то? Ну как, куда? Чтобы ужалось там. Бандитский седан? От количества дверей сколько? В седане? Ну 4 или 2 пойдет? Седан, говорю. Ты сам сказал седан. Ну бандитский... Ну а что, седан это именно 4 двери, а не 2? Не, ну вообще я думал, что это 8 дверей в седан. Ребята, ждем ваших лайков, ждем ваших комментариев, в которых вы покажете и подскажете нам, что же нам сделать в следующей серии, какой выбор нам выбрать в данном шоу. Но... Выбор выбрать. Да, я сегодня человек-каламбур, потому что я надел фуражку младшего лейтенанта. О, летную, правда. У тебя машина с мигалками будет, что ли? Да. Я пока не знаю, у меня пока никакой машины нет, я не знаю, что выбрать, я тут... Опа, ёма, нифига оно стоит, я бы взял. Но дороговато, конечно. А что? Дороговато там. Слушай, а тут седанов-то раз-два и нету вообще. Все в четыре двери. Четырехдверные чудовища сплошные. Слушайте, вот... А, дороговато, до сотки дороговато, конечно, дороговато. Стоп, а уровень какой, 600? Да, 600, вроде. А. Или 700, ты 700 сказал. 800. Какой 800? 700. 700. А то мы ничего не купим. Да, давай 700 и... Не из чего выбрать, ёлки-палки. Просто до 600 вообще нечего купить. Бандиты, вы чё? Где ваши машины? Где машины оставили? Алло, бандиты. Бандиты на связи или как? Слушай, да тут что-то вообще... Где машины? Я поэтому говорил 150, а ты такой, не-не-не, соточка. Ребят, ну а чё, ну... Так, ну, есть бандитская. Пуля. А, я нашел пуля, которую ты возьмешь, пуля. Бэмка. Вая, какая. Я думал, ты возьмешь пуля. Бэнку за 54 ты возьмешь. Нет. Странно. Там до 700, в принципе, можно. Угу. Угу, ага, угу. Угу. Я тебя понял. Все, кукуху сорвало, потому что выбора ноль. Выбора просто ноль, реально ноль. Ребят, выбора ноль. Ну что, давай. Машин штук 5, наверное, всего есть. Леша, давай расширим бюджет. Нет, никаких расширений, блин, потому что я уже купил. Ты купил? Да. Жаль. Поэтому никаких расширений. Я понял тебя. Ладненько. Ну, у нас, как всегда, все. Движок не меняем и так далее. Ладненько. Привод там. Привод оставлю как надо. Приводной привод оставлю. Ну. Привода. До 700, да? Значит. Кочегарим. Mm-hmm. Ребят, кочегарим. Просто на все доллары сейчас будем кочегарить. Но чувствую, особо там нечего, некуда разгуляться. Некуда кочегарить там. Некуда кочегарить, потому что... Ну, понятно почему. Потому что это стоит бешеных долларов все, как бы. А у нас нет запаса по очкам. Запаса вообще ноль просто. Я не знаю, что ставить. Ага. И оно ничего не дает почти. А если... Так, а если сюда мы...
заглянем с вами или заглянем. Слушай, я вот не знаю, что мне поставить. Пипец, это несерьезно. Друзья мои, это просто несерьезно. Это просто унижение. У меня такое ощущение, что я поеду на стоки, наверное. На стоки валим боком. Ну, я взял вот это и по сути... Сейчас будет пот. Сейчас будет просто пот. И все. И все просто. Ничего нельзя воткнуть. Я в шоке. Так, подождите-ка, мы же можем посмотреть прям вот так вот, да? То есть как бы... Угу. И угу. Блин, ну я не знаю, что делать. Согласен. Вот я ставлю головки и все. Потолок. Понимаю. А, подождите-ка. Блин, too much. Это too much. Блин, что поставить-то? Ну, блок пильни там. Расточи. Да все пильнул уже. Некуда пилить. Но если бы что-то прибавляло характеристики, понимаешь, пытаюсь понять, что оно добавит мне. Блоки эти. Ну вот это дает, конечно, ребят. Дает. Так, а если так. Что тебе блин, дает? Пипец, оно не канает. Ну так надо делать, и все, ребят. А че? А че еще? Куда все? Нет. Нет. Да вообще нечего ставить. 700 причем взяли уже с запасом. Типа. Ну это вообще просто шляпа. Откровенная говоря. Так, а если вот это взять? Вот это дает же? Ага, понятненько. Ну дает, но... Ну нет. Я все, я две детали поставил, все уже, потолок. У тебя 700 уже? Ну, 698 из двух деталей. Прикол, Дэс. Ну, это такое, конечно. Угу. Хотя можно на самом деле. Да? Вот это. Или все-таки пойти вот... Так, а что у нас здесь? А, тут уже все. Блин. Тут уже некуда лезть. Не лезь, она тебя сожрет. Тут уже нет. Это да. О, здравствуйте. Как это работает? Не знаю, чувак. Я понял. Как это работает у тебя? Очень странно работает. Ну-ка, поделись. Расскажи нам, что там у тебя. Расскажи нам все. Вообще просто. Просто, ребяточки, ну просто, ну вообще. Чик. 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 Ну это такой бред, реально. Ну что же это такое-то? Это... Поставить просто нечего, да? Вообще. Я живу в этой печали. Печали больше нет. Так, а так? Вообще же разницы нет, правильно? А, ну чуть-чуть прям разница. Но это на край оставим, если что. Может быть, да? Опача. Да.
Нет, ну тут скорее, это скорее минус, чем плюс. Это реально скорее минус, чем плюс. Вот это, наверное, мы возьмем сейчас. Бери. Взял. Это дает что-то? Это дает. Я понял. Молодец. Молодец. Может быть, что-то здесь вот. Так, ну-ка давайте глядеть. Глядеть давайте. Глядеть. Давай поглядим с тобой. Давай, глинданем чуть-чуть. Ну, Вот эту можно, да, книгу-то. ребят? Можно как бы взять. Ну, типа, ну, не знаю, если честно, такое себе. Я кое-что нашел. Понятно. Так, не подходит. Так, а тут чего у нас? По-моему, надо брать. Так, я сейчас тогда делаю вот так вот. Потом еще чуть-чуть что-то посмотрим. Вот так вот делаем и вот так вот еще. Так. Да что ж такое? Ребят, ну что, неплохо, да? Вроде. Ужасно. Ну, в одной стороне ужасно, а вообще как бы. Я вижу ваше бомбление, я понимаю ваше бомбление. Ну а чё? А как? А как? А, ну как тут? Нет вариантов-то, ребят, приходится выкручиваться из того, что было. Вообще ничего не дает. Но это мы пока отложим. Это много. Блин, я, короче, выезжаю. Все, затюнил. Да нечего тюнить вообще. Как всегда, вот это, знаешь, начинается переборка. Знаю. Ой, уже не влазит у меня. Вообще нечего У делать. меня уже не влазит. Я не помню, за сколько я тачку брал. А, нет, помню, за сколько брал. Не, у меня все четко. У меня все супер четко. Я сейчас еще последние штрихи смотрю и выезжаю тоже. Чувствую, что больше мне уже ничего не засунуть. Курва. Да? Херано едет. Так, все взял. Все, ребят. Устанавливаем конфью. Конфью? У меня ровно 700 получилось. Конфьюрм. У меня тоже ровно 700. Выезжаем на одинаковых машинах. Да. На Потому бэмках. что ты, учитывая, что про машину ничего не говорил, у тебя такая же. Конечно. На бэмке на своей, наверное. Не, знаешь, И бэмку ты на на самом деле, бэмке. может быть, было бы и правильно. А ты на чем? На бэмке же тоже. Нет. Нашел что-то другое? Да. Так, я пока здесь на руле тогда поеду. Ой, ой, ой. Ты выехал уже там, на дороге? Или где-то? Нет, из-за тебя. Опять ты. Какой-то маньяк, пристраиваешься постоянно сзади куда-то. Это что такое у тебя? Лотос Омега. Это Opel типа? Opel Omega с движком от Лотоса. А у меня Альпина так-то. С движком от BMW. Да, написано 4,8. А у меня не знаю, сколько он на самом деле. Но у меня где-то 3,8, наверное, должно быть. У меня 3 с чем, тоже 3,8, скорее всего. Это М5, Б38, по-моему, да, 3,8, скорее всего, мотор. Задний привод, все дела. У меня, кстати, Задний тоже привод, задний все привод. дела, да. Сток колеса шлифовать буду долго. Ох, ты улетел хорошо. Да это в пол. Но я тебя не вижу даже на радарах на своих.
Покажись на моих радарах. Так я тебя тоже не вижу на радарах. Так ты впереди улетел. Ну на задних, на заднем радаре я тебя вижу. На заднем радаре. Но я буду ездить на клавиатуре, чтобы было все максимально честно. А сейчас, ребят, как бы, ну, фуражка не позволяет мне ехать до места встречи на клавиатуре. Ладно, ладно, все, поехал на клавиатуре, разбился уже. У меня, в принципе, кольцо возможно проехать. Ух ты, что это тут за сборище такое? Это ты стоишь где-то здесь или нет? Нет. О, Evolution стоит, смотри. Да, смотри, Мерседесы ранее. И кадилла еще длинный. А что, бампера у тебя что-то добавляли, что ты их поставил? Да. 10 еще прицепил, ты прям вообще решил альпину-альпину сделать. Ну это такая раскраска, это не я прицепил. С ручника? А, да, с ручника. Давай. Давай. 3, 2, 1. Ровненько. Ну, прям. Знаешь, до сотки, мне кажется, такое. Тут только на передачах вырывается. Слушай, ты вырываешься на передачах причем. Так у меня ты на передачах. Оно, походу, кто как переключается, поэтому кто-то и вырывается. Пока уходишь. Это же Lotus, черт возьми. Уходишь, уходишь. У тебя зеленого, что ли, оно цвета? Да. Какой-то British Green, наверное. А, уходишь, дядь. У меня очень тупые переключения. 300. А, твою ж мать! По-моему, начинаю нагонять. Стою, включил и умер. Сколько скорость? 310. Да. 11. 317 у меня было. Блин. Вот поехал. Нафига ты в огород постоянно уезжаешь? В огород поехал. Проверить, трактор на месте стоит или нет. Ну, разгон удивительно, но очень близкий. Машина в целом, ну... По сколько по машинам... этим у тебя, по характеристикам максималка? Не... 15, по-моему. А, у меня 337 я добил. Но у меня не поехало 315. CRX. Давай, считай. С двух педалей давай теперь. Давай. Раз, два, три. Ну, на переключениях, типа, кто как. Ну, вот сейчас ты уходишь. После 150 ты уходишь. Крутящего, наверное, больше. Наверное. Объем, может, больше. CRX летит, как бухой. Но я сильно не отстаю. И да, вот у тебя когда 300 было, я начинал тебя настигать уже. Так, а я включил, короче, шестую на 300, и все, и начал вымирать сразу, он перестал ехать. Сейчас 269 на подъем. Я тоже, 268 ехал. Но вот повороты очень сильно меня замедляют. Да, понятное дело, так же, как и меня. На шестую переключился, вот, вроде он начинает вымирать, но едет. Давай с соточки. Старт там, в принципе, понятно, что, ну, одинаково как-то едем. Давай. Максималка, понятное дело, что у тебя больше, но где-то с соточки будет интересно. Давай, 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 попробуем. Давай, едь, 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 едь. А, едь? Ну, давай. Ну, так с соточки же. Не шлифует. По-моему, до третьей где-то. Так, я готов. Давай. Три, два, один. В мешок решил заехать? Не-не, просто чтобы не врезаться. Видел, да? Да. Офига, как-то много. Но сейчас только будет 600 на 300 и все, умрет сразу. У меня уже шестая. 300.
У меня нет еще 300. 305, переключаясь на шестую, падает до 303 и не раскручивает. А у меня шестая и дальше дубасит 310, 313. И я врезался чуть-чуть. Ну, я, кстати, впишусь, наверное. Не, я не могу вписаться. Может, еще потому что руль. Может, потому что руль у меня еще подключен. Может, поэтому не вписываюсь. Так, я что-то завис на боку тут. В боку. На боку завис. Ну, короче, после сотки ты уходишь. До 300 ты держишься впереди. Но после я тебя делаю. Да, по внешке, думаю, решать подписчикам. Конечно, по разгону, ребят. Мне кажется, одинаково. Разгон, да, очень близкий. Ну, а что, ну, задний привод, мощность, я думаю, примерно одинаковая. Давай посмотрим, вот, сколько мощи. Давай. Так, сменить бричку. 360 киловатт. 379 киловатт, а крутящего? 676. О, а у меня 542. Вот поэтому она и валит до 300. Да. Вес тонна 687. У меня тонна 752. Тяжелее. И 3.6 движок. А у меня 3.8. Ну, за счет крутящего, получается, вылетает. Да, да. Крутящий делает свое дело. Ну что, ребят, мы эту серию заканчиваем. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на наши каналы. И всем пока. Пока-пока, ребят.